Иногда нам встречаются такие умные идеи, что возникает вопрос: и почему я об этом не подумал? Некоторые из этих изобретений — простые решения повседневных проблем, которые должны распространиться повсюду, а другие очень полезны, хоть вы и не думали о них. В любом случае, вам захочется купить все эти вещи к концу видео про 25 гениальных идей, которые должны быть везде. Ферромагнитные часы. Это крутое устройство опирается на созданную NASA ферромагнитную жидкость и представляет собой футуристические часы. Еще никогда проверять время не было так интересно. Люди постоянно смотрят на часы на работе или во время учебы, и такой вариант нужен везде, просто чтобы отвлекаться было интереснее. Стул-подставка. Все знают, что сидеть лучше, чем стоять, а теперь можно сидеть стоя. Благодаря специальному стулу Нуни можно просто откинуться назад, и титановый экзоскелет выдержит ваш полный вес. У него есть регулируемые ножки, которые фиксируются на месте для удобства. Это полезное устройство для тех, у кого проблемы со спиной и кому приходится много стоять. Главное — не забыть открепить стул перед выходом на улицу. Вам помочь? Когда в магазине многолюдно и шумно, хочется просто поскорее взять все, что нужно, и уйти оттуда. Но иногда на пути появляется препятствие – услужливый продавец, чьи благие намерения продлевают пребывание в аду. Однако южнокорейский косметический магазин Innisfree решил эту проблему. Там корзинка с зеленой этикеткой значит, что к человеку не надо подходить, а оранжевая, что ему требуется помощь. Прочный гамак. Гамаки прекрасны, но они бывают неудобными, если неправильно привязаны. Эту проблему тоже решили. Благодаря прочной платформе гарантирован максимальный комфорт. Можно даже превратить гамак от компании под названием Amok в кресло, привязав его на дереве. Можно взирать на простых смертных, пока вы не упадете. Детектор мамы. Фраза «работай умно, а не усердно» поднялась на новые высоты благодаря этому USB-устройству. Когда подходит начальник, член семьи или родитель, датчик замечает их и автоматически переключает экран компьютера на заранее запрограммированное окно. Можно выбрать главный экран, но это покажется еще подозрительнее. Но говорят, это хорошо сочетается с режимом инкогнито. Комнаты тишины. Нет ничего хуже, чем когда ты решаешь позаниматься после часов прокрастинации, но тебя отвлекает чей-то громкий разговор по телефону. Конечно, всем очень интересно слушать про то, как кто-то напился. К счастью, эту проблему устранили в библиотеке университета Бентли. Там установили такие комнаты тишины. Звуконепроницаемые помещения приглушают любые разговоры, которые можно услышать снаружи. Идеально, когда нужно позвонить в холодную погоду или если вы устали от шума. Двойная дверь. Взгляните на эту уборную с дверью, подходящей для двух проемов. Она может закрыть все помещение целиком, но если вы хотите оставить раковину или душ свободными, пока вы сидите в туалете, это тоже возможно. Надеюсь, она еще защищает от запаха. Велоскалатор. Велосипедисты знают, как трудно подняться на холм. И гениальное приспособление из Тронхейма в Норвегии поможет любителям велосипедов повсюду, если оно станет популярнее. Достаточно просто нажать на специальную педаль, и можно легко и плавно взобраться на холм, не слезая при этом с велосипеда. Карта туриста. Увы, многие люди не утруждаются выучить хотя бы основы языка страны, в которую они приезжают. Если эта идея из отеля Grand King Town в Китае распространится, наша лингвистическая лень сможет достичь новых высот. Все, что нужно сделать, это показать таксисту карточку, на которой указана вся необходимая информация. Не нужно говорить ни одного слова, она все скажет за вас, еще и карту покажет. Это удобно для краткого визита, но лучше все же выучить основы языка. Бывает, что никакие карты не помогают. Быстрый спуск. С помощью этой кнопки вы можете вызвать лифт, пока идете к нему, и не надо тратить время на ожидание. Конечно, для начала нужно знать, что эта кнопка вообще есть, и она была бы полезнее в многоэтажках, а не в отелях. Но если время – деньги, то это сэкономит вам пару грошей. Умная мусорка. Вставлять новый пакет в мусорное ведро всегда долго и неудобно. От этой ужасной работы нас спасет умный мусорный бак TowNew. Он автоматически сменяет пакет после удаления старого. Он даже герметично запечатывает предыдущий пакет. Такие гениальные усовершенствования – именно то, что нужно миру. И нет, нам не нужно писать в Twitter с холодильника. Игра фарфоровых престолов.
Если вам скучно облегчаться, то обратитесь к Captive Media, компании, которая создала туалетные игры, оживляющие процесс. Чтобы контролировать игры, например, симулятор катания на лыжах, нужно просто менять направление струи. I wrote a blog post a while ago about why I f***ing hate video games. Because this is what it does, it appeals like the male fantasy. Поистине вершина мужественности. Пушистый комфорт. Автомобильным сиденьям не хватает комфорта настоящих кресел. Но все изменится, если станут популярны эти суперпушистые чехлы. Они очень мягкие, и ежедневные поездки превратятся в роскошное и комфортное путешествие. Правда, вам не захочется выходить из машины, и будет жарко, если сломается кондиционер. Рука помощи. Если суперпушистые сиденья окажутся пропитаны потом, то это может вывести из себя. Впрочем, можно поместить эту изящную отрезанную руку на рычаг переключения передач, чтобы получить моральную поддержку. Она помогает снизить уровень агрессии, или же ее можно просто ударить в приступе ярости. В любом случае, это будет вам на руку. Терраса с секретом. Многие мечтают об идеальной террасе в доме. И она может стать намного лучше, если в ней будет скрытая мебель. Конечно, придется смыть следы обуви перед тем, как пользоваться столом. Но это сочетание гидравлики и гладкого дерева невероятно приятное. Такое интересное дополнение к саду избавит от необходимости тратить место на столы и стулья. И добавит место для самых разных занятий. Подводный скутер. Для подводных исследований всегда требовались особые навыки. Да и вообще это был достаточно сложный процесс. Но не теперь. Это изобретение основывается на древнем колоколе для ныряния, а кислородный баллон защищает голову и дает легким воздух. С помощью простого пропеллера можно скользить под водой и наблюдать за обитателями глубин. Без тренировок. Только не опускайтесь слишком глубоко. Не считая давления, падать в темную бездну будет совсем не весело. Защита от дождя. Ехать под дождем не только неприятно, но и опасно, если в боковые зеркала ничего не видно. Но благодаря этому простому листу клейкого гидрофобного пластика опасность вождения в дождь может быть значительно снижена. Что еще лучше, эта технология вполне может стать частью заводского дизайна для автомобильных зеркал. То есть такая защита будет изначально на всех машинах. Полезное отверстие. Пожалуй, нам всем приходилось быстро убирать руку после включения душа, чтобы спасти ее от потока ледяной воды. Но теперь с этим покончено. Простая выемка позволяет дотянуться прямо до ручки и включить душ, чтобы он заранее нагрелся. Это гениальное, удобно расположенное решение избавит вас от извечной проблемы, которая портит утренний душ многим людям по всему миру. И, кстати, у него есть еще одна полезная функция. В это отверстие кто-нибудь может передать вам банку любимого напитка. Медовый шарик. Сочетание красоты и аромата. Эта золотая сфера называется медовая жемчужина. Ее растворимая желатиновая оболочка покрывает шарик меда, и вам не понадобится чайная ложка, чтобы подсластить чай или кофе. Просто бросьте такую сферу в горячий напиток и дайте ей раствориться. Идеальная замена для тех, кто не любит кубики сахара, но предпочитает сладкие напитки. Защита от грязных дел. В жизни рядом с баром есть недостатки. И главное из них, что человек выходит утром из дома и натыкается на сильный запах, исходящий из записанной пьяными людьми стены. Немецкий город Гамбург решил эту проблему, покрыв стены гидрофобной краской. Для этого даже изучили движение струи мочи. Стены у баров способны буквально отражать потоки подвыпивших, которым было лень найти туалет поблизости. Моча направляется прямо на их обувь и ноги, преподнося урок, который они не забудут. И все благодаря запаху, сырости и старому доброму чувству стыда. Переход викингов. Дания придумала, как сделать одну повседневную вещь более интересной. Эти светофоры отдают дань уважения датским викингам, и переход на зеленый свет становится намного увлекательнее. Может быть, если бы все города внедрили собственные значки в красный цвет, он бы злил куда меньше. Видимая память. Благодаря экранам, которые требуют питания только при смене показателей, эти флешки показывают, сколько места в них осталось, и при этом их не надо подключать. Вот бы был экран, который показывает процент памяти, потраченной на мемы. Может, я бы вылечил свою зависимость? Кто-нибудь, помогите. Рулон в рулоне. Вы сидите на унитазе и внезапно понимаете, что туалетная бумага закончилась. Эта простая инновация снижает вероятность такой неприятности, так как в ней нет пустой втулки. Вместо нее вставлен маленький рулон бумаги. Это не только решает насущную проблему, но и удобно в походах, потому что такой рулон помещается в карман. Принглс будущего. Технически эта идея еще не существует, но она нужна.
Всем знакома эта ситуация. Вы добираетесь до дна трубки Pringles, засовываете руку внутрь, и она застревает. Остается только принять судьбу и жить с трубкой на руке. Но если лучшие инженеры объединятся, то я уверен, что они смогут решить эту давнюю проблему. Нужно просто добавить подвижное дно, пружину и платформу, которая может подниматься. И тогда упаковка Pringles станет куда лучше. Инженеры, приготовьтесь! Мир рассчитывает на вас! Кабины для сна. Дневной сон – одна из величайших радостей жизни. Лучше него только полноценный сон. Но общественные и рабочие места, к сожалению, не приспособлены к нуждам любителей подремать. Впрочем, эти кабины для сна начали набирать популярность в нескольких городах по всему миру. Как правило, они стоят в аэропортах, но их применение гораздо шире. Просто представьте, как бы могла повыситься продуктивность в мире, если бы подобные места были повсюду. Усталость можно было бы лечить с клинической эффективностью. Главное не погружаться в полноценный сон, а то тогда вообще никто не захочет работать. Какая из этих идей понравилась вам больше всего? Может быть, у вас есть собственные гениальные задумки? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!